Добрый вечер, дамы и господа. Наш вечер ритмы романса и незлобливого украинского юмора прошу считать открытым. Маэстро, продолжайте. Так весело, что не заметил, как чашу жизни осушил до дна. И вдруг тебя я встретил. И вот как будто в полусне я на тебя взбираюсь грубо. Так мудрый филин по весне сидит на голых ветках дуба. Браво! Дорогие друзья, проездом из Сургута в Санкт-Петербург у вас в гостях дуэт «Бедлам Капелла». Thank you.
хорошенькая, маленькая дурочка позволила себя поцеловать. И вот упали мы, как два окурочка, в гостиничную хлипкую кровать. И запылали простыни казённые, и вспыхнул вечер над павлиний хвост, когда одной стрелой насквозь пронзённые мы рухнули вдвоем, взлетев до звезд. Дурочка, какая дурочка, смеется шурочка. Как коротки мы были ночи летние, как долгие упоительные дни. Мы бились до дыхания последнего, как только оставались мы одни. Настала осень, улетели ласточки, и я собрал свой черный чемодан. Я всех люблю вас, маленькие лапочки, оставленные мной по городам. Дурочка, какая дурочка, рыдает шум. Дорогие друзья, за роялем сегодня, как впрочем и всегда, мой помощник по всем проектам, клавишник Виа Бах-Компот Дмитрий Талаши. Шурочка, Шурочка, не плачь, ты дурочка, вот вам и Шурочка. Я посмеял. Дорожная песня. Мне в дороге не бывает скучно. Я все время думаю о бабах. Говорю всегда неравнодушно, все о них, доверчивых и слабых. За рулем ли трассу рассекаю, еду ли в засаленном плацкарте, каждую глазами обласкаю, вечно молодой, всегда в азарте. Вот бабуля с хищным птичьим носом, в порыжевшей кремовенькой шляпке. Посмотри, задайся, брат, вопросом, ведь резвился кто-то же на бабку. Ох, любила бабушка военных, и гражданских, может быть, жалела. Вспомни всех их, канувших и бренных, лето ты свое не зря пропела. Вот с башкой всклокоченная подруга, на своих не смотрит спиногрызов, от детей устала, от супруга, но какой в глазенках дерзкий вызов. Девочка с рабочего поселка, пирсинг, тени, глянула неробко, стала сумку притулить на полку, выгнулась и показала попку. Вот еще девчонка, гимназистка, с книжечкой сидит, не остолопка, книжку уронив, нагнулась низко. Неплохая тоже, в общем, попка. Ну а коль в купе или в полете мужики в попутчики попались, побеседуй, но не о работе, как и где и с кем вы кувыркались. Пусть они свистят, как попугаи, пусть они выдумывают что-то, никогда я их не осуждаю, пусть хоть помечтают об армоте. Я же с гимназисткой пофлиртую, попке звякнуть дам по телефону, в тамбуре мамашу зацелую, ну а бабку... Бабку я не трону.
Напомни память, панове, у першого цього року виконується на російській мові. Хочеш красиво отдаться, мені ненаглядному мені. Хочеш безлично сміятися, голий плясать при луні. Запахи летнього моря, запах цвітових цвітей. Нечего киснуть в конторе, едем ти в Ялту скорей. Поезд колесом чух-чух, пупсик, мы едем на юг. Тула, орел и воронеж, пусть за окном промелькнут. Платье ты на пол уронишь, с криком да здравствуй, блуд. Счастье весь мир заискрится, мчится вагон через тьму. Пусть проводник не стучится, мы не откроем ему. Поезд колеса трюх-трюх, чай и конфеты вокруг. Ну а так вот мы подбираемся к российско-украинской границе. Я вже більше не можу співати на цій поганій собачій мові. Ось тобі Ялта і море, ось тобі борщ і буряк. Яхта та й сині гори, літра соленого смак. Гей, не дивись на матросів, що тобі шкіпер казав. Добре, кажу тобі, досить, з берегу геть на вокзал. Поїзд колеса цок-цок, п'ємо за наших жінок. Имена Российской Федерации. Жить неплохо с именем Андрюха. Все всегда в порядке у Андрюха. Хулигану вкатит оплеуху, а любимой почитает вслух. Жить надежно с именем Серега. Никогда Серега не предаст. Мало говорит, а знает много. Он романтик и чуть-чуть фантаст. Дамы в курсе. Замуж за Ивана. А для секса все-таки Артем. Ваня пьяный дрыхнет под диваном. А с Артемом будет все путем. Бесконечно сладостный любовник. Человек по имени Вадим. Если муж твой псих и уголовник, то Вадим тебе необходим. Не бери в любовники Гафура. Сам Гафур-то вроде ничего, но подруги обзовут Профура, если станешь привечать его. Как коняга пашет на работе верный муж по имени Олег. Юрк и Саня, пленник грешной плоти, без разбору в койку тащит всех. Моисей, Ефим или Аркадий – неплохие тоже имена. Есть еще Рамзан, Курбан, Маблади. Мы – мультикультурная страна. Выбор есть у русских у девчонок. Просто мегамол. Не потому я живу с тобой, мой зайчонок, мой цветок по имени Айгуль. Миллионы скучающих дамочек,
точат ножками горку земли. Старых крыс и молоденьких самочек их самцы до сих пор не нашли. А бывают среди них и красивые, и уродин, конечно, не счесть. Есть газели и лани пугливые, и веселые хрюшечки есть. Есть печальненькие бегемотики, но не любит их брат бегемот. Мягких кошечек хитрые котики любят день или максимум год. И останется кошка с котятами целой кучей разинутых ртов. И живет с толстяками усатыми, чтоб кормить своих мелких котов. Неожиданно спел вам, друзья. Ах, какую девчонку нахальную повстречал неожиданно я. Я к ней ластился, словно котеночек, но она лишь смеялась в ответ. Я люблю только грустных девчоночек. Как реальный самец и облежу я игриво и нежно завитки на затылке твоем и сорву с тебя юбку небрежно, а потом затащу в водоем. Буду липко к тебе прижиматься под водой, а потом и в траве. Птичка, зайчик, не надо ломаться, прошепчу я твоей голове. Голова замотается нервно, ну а тело обнимет меня. Отпусти! Ты не понял, наверное. Ой, какая большая фигня надо мной только что пролетела.
Эта девочка верно сова. И расслабится мокрое тело, и укусит меня голова, но укусит не злобно, не больно, ибо летом в ночи у реки нет обиженных и недовольных. Приносите портвейн, мужики.
Дорогие друзья, все, кто ожидает Перченого и Соленого, наберитесь терпения. Во втором отделении я буду читать стихи вот из этой только что оттиснутой книжки, которая называется «Гнусь болотная». Кому не терпится, можете подойти к нашему ларешнику, его зовут Саша, и за малую мзду он с вами этой книжкой поделится. Ну, а пока что, еще раз повторяю, наберитесь терпения, у нас в первом отделении лирика. Я просидел 15 суток в экологической ментуре по подозрению птичьем гриппе, поскольку я залетный гусь. Я гусь не в смысле фигуральном, я перелетный гусь в натуре. Я лишь охотников боялся, теперь экологов боюсь. Меня в Останкино поймали возле какой-то тухлой лужи. Сначала камеры снимали, потом приехали менты. С курями в клетку запихали, селедку выдали на ужин, а после брали кровь из лапы и в бус налазили скоты. Потом допрос мне учинили. Был переводчик-орнитолог. Узнав, куда я и откуда, следак пожизненным грозил. Когда же я робко заикнулся про адвоката из Гринписа, он заорал: «Ты чё, пернатый, ты что себе вообразил?» А на 15-е сутки пришел на кичу некто Гири, известный всей Москве шеф-повар из ресторана «Фуагра». Нас запихали в «Жигуленок», он обещал ментам сацири, и те в ответ ему сказали: «Валяй, ни пуха, ни пера». Пока на кухне толстый Гири отвлекся на официантку, пока хватал ее за люли, я клювом в клетке дверь открыл и через форточку рванулся. И хоть гвоздем поранил лапку, до Аланецкого уезда летел, не складывая крыл. Я через финскую границу пробрался ночью под водою. Прощай, родня, прощай, гусыня, с которой жили много лет. У финнов, где Гринпис в законе, живу с гусихой молодою. И на зимовку через Рашку я больше не летаю. Дорогие друзья, близится самый главный праздник Российской Федерации. В наших гастролях по Сибири мы с Дмитрием Талышем вынуждены были петь не только песни дуэта «Бедлам Капеллы», но и сопутствующей ему группы «Бах Компот». Ну, уже раз 8 марта накануне. Давайте. Прекрасной половине человечеству и Федерации в особенности посвящается эта песня. Его убивают, не
ничего хорошего в этот день не бывает. А кто жахнул мой стакан? А, кто-то. Вьюга запорошит, город закружит. Весь народ под вечер в магазины побежит. Пацаны напьются, и девчонки тоже. Торги начнутся, кто кого на рук дороже. Отдухла у тета, посрывает крышу. Как стонать ты будешь в ванной, я не услышу. По помятой кофточке не скользну я взглядом. Не увижу порванных колготок и смазанную помаду. 8 марта, дурацкий праздник, и его придумал очень злой проказник. Пьяные девчонки его убивают. Ничего хорошего в этот день не бывает. Аплодисменты маэстро, он называется «За целый оркестр». Люблю, милый друг, я твои смс-ки. В них мысли лаконичны, суждения резки. В них юмор лукавый и скрытая нежность. И юная сила, и ласк неизбежность. Читаю их дома, читаю в дороге, и вижу глаза твои, руки и ноги. Свой модный мобильник в трусы я вставляю, и фотогиганты тебе отправляю. И ты мне ответишь, ты, наглая рожа, и фотку секретную вышлешь мне тоже. Читал я, что в древности люди любили острее и ярче, и не по мобиле. Паоло не так объяснялся Франческо, а я обожаю твои смс. Дамы и господа, хочу вам доложить, что 100 лет назад пииты, они не пели с такой красотой и мощью, как я, и не бундосили свои стихи, ну, как обычно делают современные поэты или ваш покорный слуга в том числе. Они изобрели 100 лет назад какую-то такую промежуточную среднюю форму. Называлась она мелодекламация, ну и в частности вот такой вот манере очень ярко выступал пиит Игорь Северянин.
В этой манере я позволю себе смелость предложить вам свои стихи под названием «Дачная история». Ты хотела обольстить поэта, но поэт был замкнут и угрюм. В Подмосковье бушевало лето, соловей обгадил мой костюм. Отцветал у дома куст сирени, щебетала птичья мелкота. Ты несла мне водку и пельмени и плясала танец живота. После 25-й рюмки водки я обмяк и как-то подобрел. И сказать приятной красотке почему-то даже захотел. Я сказал ей: «Леночка, пойдемте, потанцуем, что ли, ё-моё!» И в своей опрятной светлой комнате ты дала мне снять с тебя белье. Ах, я не забуду это лето, ах, я не забуду этот день. Сердце билось в печень до рассвета, как непереваренный пельмень. Ну и чтобы как-то морально приготовить вас к тому, что будет во втором отделении, прочитаю перед антрактом вот эту вот миниатюру под названием «Гудермес». Мотал я перцем в караоке, хлебнув литруху вискаря. Но девки были там жестоки, не дали, я разделся зря. А ведь надеялся на что-то, особенно когда одна запела, сунув пальчик в шорты: «Я одинокая луна». «Да, ты луна, а я ракета», — подумал я и подмигнул. И, скинув галстук и штиблеты, стакан шотландского махнул. Еще полташка, сотка, 200, на мне ни пиджака, ни брюк. Спою-ка песню о невесте. «Эй, ты луна, давай спою-к». Луна куда-то убежала, и остальные звезды с ней. Напрасно выдвигал я жало и убеждал, что не еврей. Зато смеялись до усрачки из Гудермеса пацаны. По мне всю жизнь такие скачки, лишь только б не было войны. Пусть гармонь сегодня не играет, Игорь Растеряев не поет, Той Никиде с майкой пусть сирает, пусть Мадонне Жоплин подотрет. Трансмутант по имени Ваенга пусть реальным станет пацаном и дает концерты для военных вместе с вечно юным Кобзаном. Все эти копеечные пляски, всепланетный этот балаган не подходят к нашей дивной сказке, к этим вот распахнутым ногам. Не жалею, не зову, не плачу, ни о ком и ни о чем сжалеть. Я сегодня милую сорначу под припевчик «Я твоя на треть». Ну каким же надо быть меладзе, чтобы этот перл соорудить? Мне глаголом «блин» как ни старадзе милость к падшим так не пробудить. «Я твоя на треть». Но это ж надо, с кем и как тебя я поделю? В голову нельзя? А та засада, а вот жопу я не уступлю. Пусть стареют узницы бутырок, мне не жалко их протестных дырок. Как манду у алтаря не мучай, все равно норвежец Брейвик круче. Thank you.
слышу музыку и танцы, но так судьба распорядилась мной, что вот стою я перед микрофоном, отклячу попку и трясу матнёй. Я знаю, что повыше надо прыгать, что надо извиваться и вопить, и что усердней попой надо двигать, ведь в зале голубые могут быть. Я всех люблю, я всех вас обожаю, девчонок и реальных пацанов, и голубых ребят не обижаю, даю им щупать низ моих штанов. Как знали бы, как горько и противно нам сочинять, горячиться и выть. Но если этот цирк вам не наскучит, тогда нам есть о чем поговорить. Если это сыт вам не наскучит, мы потрясем матнёю, так и быть. О свинцовых мерзостях режима целый вечер говорила ты. Я же все зевал неудержимо, поглощая водку и манты. Крылись тут не мерзости режима и не экономики обвал. Я читал во взгляде полежимо, как самец тебя я волновал. Держимся, покуда нефть качаем, гибнет экономика страны. Ты визжала, обливая чаем свой халатик и мои штаны. Жарится в Израиле Гусинский, Ходорковский стынет в рудниках. Распалялась ты, сжимая сиськи через ткани в морщинистых руках. Хороша была когда-то роза, думал я от сытости дремля. Вся страна сама себе угроза, ныла ты. Вся гниль идет с Кремля. Все, труба, труба одна осталась, и ее сосут, сосут, сосут. Тут твоя рука к трубе прижалась, из которой девочки несут. Будешь ты трубой, а я Европой, как сейчас приникну я к тебе. Я привстал и повернулся жопой. Для начала газовой трубе. Ты сняла халат, и я разделся. Ты сосала нефть мою и газ. Я с мантов отлично проперделся и иссяк примерно через час. Да, бывают разные клиентки у доставки водка и манты. Эти перезрелки-диссидентки нас, курьеров, рвут на лоскуты. Если же, браток, тебе не страшен нашего буфета контингент, позвони скорее в контору нашу. Не беда, что ты не диссидент. Питер на тысячу верст отстоит
а между ними Москва, как звезда. Девки отовсюду стремятся сюда, на крымское товарище побережье. Две машки, сапрашки, Илона с Черкизона, и Роза с привоза вышли погулять. Алёва из Львова, два Вовы из Тамбова и Гога с Таганрога, давай их догонять. Четыре девицы из трех городов, это все столицы, ни Львов, ни Тамбов. Ножками ходят, как пишут пером, Дольче Габбана горит серебром. Две Машки, Сапрашки, Илона, Черкизона и Роза с привоза вышли погулять. Алёва из Львова, Вовы из Тамбова и Гога с Таганрога решили их снять. Слова. Длинный подвальчик ведут их сперва. Мадера, мускати, шампань да гагор. Заполыхал будючоночек взор. Две Машки, Сапрашки, Милона, Черкизона и Роза с привоза вышли погулять. Алёва из Львова, Вовы из Тамбова и Гога с Таганрога, давай их угощать. Знает одна лишь глубокая ночь, куда и кого удалось поволочь. Кто под луной голышом танцевал, кто под магнолией полночи блевал. Две Машки, Сапрашки, Илона, Черкизона и Роза с привоза вышли погулять. Алёва из Львова, Вовы из Тамбова и Гога с Таганрога, давай их умножай! Не урод и не тряпка я вам клянусь, не какой-то слюнявый дебил. Если б кто-то назвал меня так, Муси-пус, я б, наверное, так говорил. Если б кто-то. Но так назвала меня ты. Слыша это, конечно, я злюсь. Ах, какой ты джентльмешка, принес мне цветы. Ах, какой же ты мой Муси-пус. Не могу, не могу я ударить тебя. Красоту эту тронуть боюсь. Муси-пус, ой, прости, я же это любя. Ну не дуйся, не злись, Муси-пус. Как не дуться, не злиться? Я злюсь, матерюсь, для удара кулак заношу. Но нырнув под меня, ты такой, Муси-пус, даришь мне, что я еле дышу. Хорошо тебе, да? Хорошо, Муси-пус, спросишь ты, отстраняясь слегка. И тогда я сверху и снизу плююсь, превращаясь совсем в слизняка. Ты даешь мне вздремнуть, чтоб потом показать, как монголы скакали на Русь. И ехидно скрипит подо мною кровать. Муси-пус, Муси-пус, Муси-пус. Я смотрю телевизор, ты вертишь Фейсбук. Мерзость власти, протестная гнусь. Неужели же снова России дают? Что нам делать с тобой, Муси-пус?
Ясно все и Немцову, и Козыреву, их Женева, их Лондон зовет. А я лягу-прилягу, да как зареву, и любимая рядом идет. Выступает по радио Быков поэт, пу-пу-пу, па-па-па, палачи. А у нас вот домишки в Израиле нет, даже с ранненькой хатки в Керчи. А Емелин поэт выступает в ЖЖ, в бой задроты, Кремля не боюсь. Ты забыл, как под Ельцином ёрзал уже? Чё наёрзал, скажи, Муси-пусь. Муси-пусь и опять, как бараны идут на заклане за чьи-то грехи, и с библейскими лицами важно ведут бельмоглазые пастухи. Дорогие друзья, слушая аплодисменты и посторонние шумы, я пытаюсь всегда найти универсальную формулу успеха. Да, но, Дим, что спою? Я уже прямо в России. Сумочки женские, я думаю, примерят все на данном этапе нашего концерта. Вошла девчонка в лифт однажды, а в лифте ждал ее маньяк. Схватил девчонку за одежду и вмиг стащил с нее трусняк. От страха девушка нагнулась, маньяк ей вставил корешок. Она за сумкой потянулась, чтоб там найти электрошок. Сумочки женские, крупные, мелкие, сумки Луи Виттон, Шанель. И просто так вечно заполнены милыми безделками. Хрен вас найдешь чего, у вас всегда бардак. Пока маньяк свой корень парил, девчонка рылась в бардаке. Нашла там штопор и колготки, журнал на финском языке. Нашла бульонную приправу и от желудка порошок. Нашла и кофе, и какао. Но не нашла электрошок. Сумочки женские, крупные, мелкие, сумки и в Сен-Лоран, Шопар и просто так вечно заполнены милыми безделками. Хрен вас найдешь чего, у вас всегда бардак. Девчонка, плача от обиды, копалась в сумке полчаса. Ну а маньяк, застрявший в лифте, почти взлетал на небеса. И его накрыли счастья волны, и тут девчонка поняла. Она была бы дурой полной, когда бы шок сейчас нашла. Ой, сумочки женские, крупные, мелкие, сумки Луи Виттон, Шанель и просто так. Все вы заполнены милыми безделками. Хрен вас найдешь чего, любит вас маньяк. Спасибо, дорогие друзья, дамы и господа. У нас сегодня в программе незапланированный сюрприз.
мой любимый поэт, мой соратник по всем поэтическим ресталищам, человек, плечо которого я ощущаю рядом со своим вот уже много лет, и сегодня мы с ним, вот как бы так, не сговариваясь, прочтем, наконец, нашу дилогию, первую часть написал он второе, нашу дилогию под названием, ну так, под условным названием «Петрович». Я пока могу спеть, а ты уже давно должен был быть готов. Ну, дорогие друзья, пока поэт ищет шпаргалки, мы с Дмитрием споем еще что-нибудь. Дорогие друзья, те, кто знает эти наши новогодние частушки, ну, вы уж так не ерзаете, а те, кто не знает, вот давайте мы вместе с вами представим, что мы сейчас находимся на съемках «Голубого огонька», и не в клубе «Петрович», и не сейчас, и даже не 15 лет назад. Вот. А мы находимся на Шаболовке, где-то в начале 60-х годов. В общем, вы сидите, и вы – это не вы, вот. А вы совсем другие люди. Вот эти вот мужчины с хвостами, как-то они неправильно записались в первые ряды, потому что здесь у нас должны сидеть стахановцы, шахтеры и забойщики из Кузбасса, а также Донбасса. Одесную должны сидеть у нас. Ну, как минимум, герои соцтруда с завода Лихачева, да. Ну, вот там, значит, по галерочке у нас космонавты, художники и прочие служители культа. Вот. Ну и мы выходим такие с коллегой Талоша и поем в частушке о проблемах банно-прачечного теста. Размышлял я долго, несколько минут, почему девчонки не всегда дают, но устал я думать, бросил этот труд. Сам себя подергал несколько минут. Да, мы приуныли. Сейчас будет куплет очень-очень дамский, поскольку моралистический. С тёлкой я пилился несколько минут и попал в больницу для лечения. Каждый день мне стержень лазерами жгут. Лучше б я подумал несколько минут. Лекарь отпилил мне мой подгнивший кнут. Подал я на тёлку заявление в суд. А присудили куры возвратить мне кнут. Длилось заседание несколько минут. Разные снуют, под окном девчонки про любовь поют. Раньше я в окошко опустил бы кнут, постучал по бошкам несколько минут. Прочитал в газете, есть в Туве шаман, лечит он грибами от любовных ран. Может даже бабе вырастить он крут за кило зеленых и несколько минут. Дорогие друзья, наверное, вы уже догадались, что мы отнюдь на «Голубом огоньке» в 64-м году. А в современной России, где все очень сурово и иногда печально, прочитав заметку, я сказал Цербут. Полетел в Туву я, чтобы сделать кнут, а на борту Чечены пушки тут как тут. Захватили лайнер в несколько минут.
набрали чичи, денежки мои. Приземлился лайнер где-то в Дубае, а ворвались арабы и чеченов бьют. Отдались им бабы в несколько минут. В лайнере арабы русских поют баб. Спьяну я подумал, что тоже я араб. Снял шлинок и ёркет. А где же ты, мой кнут? И меня нагнули в несколько минут. Я теперь в Дубае, типа все главней. Нет в Дубае шлюхи круче и модней. Сами в мои руки денежки плывут. Разорю любого в несколько минут. Вот тебе поэма, вот тебе мораль. Если нету хрена, говори, не жаль. Почему к педрилкам тетки так льнут? Посиди, подумай несколько минут. С наступающим вас 8 марта, товарищи! Ну и наконец, шорты превращаются. Александр Влых, певец чеченского хоккея и не только. Сегодня мы будем читать про Петровича. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с Вадимом, в общем, как-то получается по очереди, вот так вот, бенефициарно. Сегодня я в гостях у него и в гостях у клуба Петрович. По этому поводу стихотворение «Виолончель Ростроповича». Выпив 200 кедровой в Петровиче, я сказал тебе тоном мечтательным: покажи мне свои семеновичи, у меня есть тангат али платину. Али что? Ты спросила по-девичьи. Али то? Я сказал не без горечи, зыркнув оком Ивана Царевича по Алешам твоим, по Поповичу. Вы позвольте на танец, на медленный, пригласить вас. Я брат Абрамовича. Усмехнувшись, ты пальцем немедленно указала на выход Дверковича. И добавила тоном божественным: вы, мужчина, древней Кагановича. Ну а я сексуально и женственно, словно виолончель Ростроповича. Ну а как же тангат или платину и рекламного ролика версия? В вашем левом кармане за платину, в вашем правом кармане отверстие. И давайте-ка быстро по-резвому уносите свои Шостаковичи. Я не стану муфлону нетрезвому демонстрировать тут семеновичи. Но средства тангат или платину с быстротою и ловкостью кролика вы б засунули в жопу, желательно, героине рекламного ролика. Продолжение «Виолончели Ростроповича» читает Вадим Степанцович. Степанцович тогда же редуцировать по-белорусски. Ну, собственно, это вторая серия или по-нашему, по-молодежному, сиквел. 21 очко. Было душно и дымно в Петровиче. Я кедровую пил и Киглевича. Все глядел на бобчевые овощи, на крутые ее арбузевичи. Жаль, не дожил Владимир Семенович,
до эпохи таких Семеновичей, а Гандлевичи все до Лимонычи не осилят романтику сволочи. Вдруг шустрей антилопы Козлевича подкатили к тебе два товарища, и чернее квадрата Малевича мое сердце накрыло пожарище. И пошел я тогда в Убаревича, на ходу расстегнув Шендеровича, у Ринсона взмахнув не по девичи, запрудил я кабинку в Петровиче. У Ринсончик, мое ж ты сокровище, час назад ты был ясным царевичем, был бодрее ты, чем рифмы Быковича, стал тоскливее рулат Макаревича. Выйдя в зал, застегнув Шендеровича, Козыревича встретил случайно я. Терся он о вдову Колмановича, рядом куксилась дева печальная. Не красавица, волосы венечком. Точно, знаю я эту корявую из ученой семьи Самуцевичей, вагинальной причённая славою. Только вовсе она не корявая, а извивная, бледная, хрупкая. Улыбнись-ка, панкушка лукавая, озорными синюшными губками. Не нужны мне вон те Семеновичи, а нужны мне твои Самуцевичи, две баландой пропавшие кнопочки, неприметные, нежные, девичьи. Все помелы, все милые Йовичи не заменят мне носика чайника, весь балетный кагал Григоровича, даже Гай Валерович Германика, даже пусть и коллега губастая не сравнится с тобой, язва лютая. Самуцевич желаю и баста я, так вопил прямо в ухо кому-то я. И таблетки Тонкат али Платинум раздавал я у входа в Петровича. С кем и кем я проснулся в Уматину, вы спросите Алёшу Поповича. Спасибо, наконец-то мы прошли оду. Оду этому чудесному заведению. Ну и, наверное, нам уже надо сворачивать манатки и петь прощальную, типа отходную. Дима, подсказывайте. Концерт не был бы полным,
Если бы гости из Ярославля не попросили бы меня поставить последний пуант. Мерси, мерси. Что это? Что это, друзья? Ну, что бы это ни было, это то. Утренний рондель. Много желаний иметь поэт. Только признаться, настала пора. Лучше и чище желания нет, чем наебениться прямо с утра. Пусть не поэт ты, а просто банкир. Весь ты в бабле, а не в муках пера. Срал ты на банк и финансовый мир. Так тебе хочется ёбнуть с утра. В номере люкс ты в раздумьях лежишь. Ланчу посла, вечер в гранд-опера. Шепчет за окнами блядский Париж. В жопу посла, наебенься с утра. Ты не поэт, не банкир, не юрист, мент постовой, все дружки мусора. Мысль лишь одна тебя точит, как лист. Как же по кайфу нажраться с утра? Вот ты косой на дороге стоишь, и объезжают тебя шофера. Что, я не в форме, я голый, пиздишь. Ох, как же здорово ёбнуть с утра! Ты работяга, жизнь точно не мед. Чуть рассвело, на работу пора. Нахуй он нужен, родимый завод? Сука, как хочется ёбнуть с утра. Чё ты ко мне приебался, прораб? Красная морда? Да в цехе жара. Ты бы кондишн тут сделал хотя бы. Как же по кайфу нажраться с утра. Путин не квасит? Медведев? Ну-ну. Просто закваска и жидкие фраера. Ельцин вот пил, но не пропил страну. Как он кормилец ебошил с утра. В небе тусуется солнечный круг. Где-то по телеку слышно «Ура!». Вышел на улицу, пьянка вокруг. В праздник святое нажраться с утра. Праздников много у нас на Руси, а на планете вообще до хера. Жаль, что на все не хватает мне сил. Как же по кайфу нажраться с утра. Спасибо. До скорых встреч. Дмитрий Талыш и Александр Лулых. И вас покорный слуга.